Столкнулись с лесными опасностями три жителя региона. В Казачинск-Оленском районе пропали двое взрослых и 9-летний мальчик. Они ушли за грибами больше 2 суток назад, но домой так и не вернулись. О пропаже родственников сообщила жительница поселка Улькан. В понедельник 37-летний мужчина вместе с маленьким племянником, своей 27-летней знакомой и дедушкой на машине отправились в лес. На месте они разошлись, молодые люди убежали вперед. Когда спустя некоторое время пенсионер вернулся к автомобилю, там никого не было. Пожилой мужчина сначала сам искал потерпевших, а затем вернулся в поселок за помощью. На поиски этих трех человек подключились сотрудники полиции, волонтеры, а также сотрудники МЧС. Полиция настоятельно рекомендует гражданам, которые отправляются на сбор грибов и ягод, заранее планировать предстоящий поход в лес, а также помнить, что лес – это место повышенной опасности, и максимально нужно быть готовым ко всем тут непредвиденным ситуациям. А ситуации могут быть какие угодно. Это наглядно доказала история двух ангарчан. 15 августа они самостоятельно вернулись из леса после 5 дней отсутствия. Отец с сыном отправились за ягодами недалеко от поселка Тальяны еще 10 августа. Как раз перед тем, как в регионе начались продолжительные ливни. В итоге вода в местной реке поднялась и преградила мужчинам путь обратно. Ангарчане вынуждены были ждать, когда уровень спадет, и только потом смогли вернуться домой.